Весной этого года в семье Шихнабиевых случилось несчастье. Дом, в котором проживали 9 человек, сгорел за считанные минуты. Но мир не без добрых людей. Благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор для семьи погорельцев и собрал сумму, которой хватило, чтобы в итоге выстроить жилой дом площадью 156 квадратных метров. Поздравить хозяев с новосельем приехали представители фонда «Инсан», муфтията и другие религиозные деятели. Большая благодарность тем людям, которые принимали участие финансово, физически, соседям, жильцам этого села, которые принимали активное участие в строительстве этого дома. На самом деле, без вашей помощи и поддержки фонд «Инсан» сам это сделать не смог бы. Семье хочу пожелать здоровья, чтобы в дальнейшем такие беды обходили стороной, чтобы жили счастливо.